Полицейские Чебоксара задержали группу, которая подозревается в краже автомобильных аккумуляторов. Злоумышленники похитили их со строительной площадки в новоюжном районе города. Полицейским понадобилось несколько часов, чтобы раскрыть это преступление. Подробности истории в следующем сюжете. Сообщение о краже 4 аккумуляторов с 2 КАМАЗов поступило в дежурную часть отдела полиции ранним утром. Оперативники приступили к поиску похищенного. Первым делом была осмотрена строительная площадка, на которой находились обворованные грузовики. Как оказалось, злоумышленники в спешке обронили свой сотовый телефон. Дальнейшее установление личности злоумышленников было дело техники. Данную кражу совершили лица, которые уже ранее промышляли такими преступлениями. Подозреваемые в краже были задержаны спустя несколько часов. Ими оказались трое жителей Чебоксар в возрасте 28-35 лет, не имеющие постоянного заработка. Они были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. За что доставили вас сюда? По 158-й части. А что сделали? Дали аккумулятор. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. В случае, если их вина будет доказана, то им грозит до 5 лет лишения свободы. Как правило, такие факты не единичные, поэтому я порекомендовал, если личный и служебный автотранспорт оставлять только на охраняемых стоянках или же в тех местах, где специальные парковочные места оборудованы камерами видеонаблюдения. Мы, в свою очередь, напоминаем, если вы заметили подозрительных людей возле машины, незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102.